привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На Доме-2 6 новеньких участников. Давайте познакомимся с ними. Алексей Садовский из Минска, ему 29 лет. Он бывший парень Кати Тимошковой. Маргарита Киселева из Брянска, ей 21, она пришла кроме Капаклы. Также ей понравился Евгений Шарков, с которым она и заселилась в VIP-дом. Алексею Кудряшову из Москвы, 19 лет. Он пришел к Маргарите Овсянниковой и заявляет, что она будет у него 16-й. Также к Маргарите пришел и Максим Кузьмин из Москвы, ему 23 года. Он предприниматель, занимается спортом. Анастасия Балинская из Гродно пришла к Саймону Марданшину. Она обещает ему бесконечное волшебство. Также Саймон Марданшин нравится и Кристине Равинской из города Краснодара. Девушка занимается гимнастикой и конным спортом. Пятеро новеньких ребят уже отправились на остров любви. Таким образом, на Сейшелах произошла чуть ли не полная перезагрузка. Поговаривают о том, что многие домовцы всерьез подумывают об уходе. Все дело в том, что Алексей Михайловский, которого недавно уволили, наобещал подопечным золотых гор, но теперь не сможет сдержать своих обещаний. Например, об уходе думают Лилия Читрару и Сергей Захарьяш. «Мы с Сережей знаем, что будем делать, когда уйдем с проекта. Пока мы не можем взять и решиться, но и перестать об этом думать тоже никак». Рома Капаклы поругался с Мариной Африкантовой. Ребята на грани расставания. На остров любви рвутся Лиза Триандафилиди и Татьяна Мусульбес. Об этом они пишут в своих постах. У Марины Тристановны Абрамсон появился поклонник, она получает уже второй букет от него. Он задаривает ее цветами и подарками. В сети появилось видео из ночного клуба, на котором Алексей Чайщиц танцует на сцене в специфическом кожаном комбинезоне. Зрители обсуждают размер его детородного органа и судачат о его ориентации, ведь Алексей танцевал в гей-клубе. Мэри Кулешова после ухода с Дома-2 рассказала о том, что вытворял Саймон Марданшин без камер. Он вел себя очень агрессивно. В укромных уголках, где не видят камеры, он оскорблял и унижал девушку, выкручивал ей руки. Избиениям Мэри подвергалась даже во сне. Единственным выходом для нее оказался побег с Дома-2. Объявился Венцеслав Венгржановский. По информации из достоверного источника, он находится в психиатрической клинике. И непонятно, как скоро сможет вернуться в обычную жизнь. Ксения Бородина публикует фотографии с открытия своего третьего салона красоты. Ее пришли поздравить подруги, среди которых Наталья Варвина, Дарья Пынцарь, Вика Романец. Поведение Вики в своем микроблоге перешло все границы. Она обругала нецензурной бранью одной из подписчиц всего лишь за то, что девушка сказала, что у Вики искусственное лицо. Многие сразу стали отписываться от страницы Романец. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.